специальное предложение сегодняшнего дня. Уникальные, воистину волшебные стельки, которые способны подарить легкость, а ведь движение – это жизнь. Когда у вас все в порядке с вашими прекрасными ножками, тогда вы постоянно в движении. 999 рублей, не думая о цене, позволь себе все. Она действует только сегодня. Кстати, те, кто картой оплачивает, внимание, те, кто оплачивает картой, для вас 5% дополнительная скидка. И тогда цена всего 949 рублей. В нашей студии Светлана Грязько, арт-терапевт, психофизиолог, официальный представитель компании «Артрейд». Она знает все о каждом продукте. Ведь «Артрейд» по-настоящему меняет жизнь и спасает здоровье людей. Светлана, как это работает? Ну, например, если мы сегодня будем говорить, начнем, вернее, со стелек, то самое удивительное, что это два предмета. И эти предметы совершенно не значат, что они просто стельки. То есть внутри находятся микросферы. Это круглые шарики, пустые внутри, от 20 до 200 нанометров. Это шарики, которые льются из полевого шпата. Это такой камень, из которого делается стекло, и при взрыве оно превращается вот в эти уникальные шарики. Эти шарики можно назвать кристаллами. Кристаллы из камней играют огромную роль в нашей жизни. Мы еще до конца, наша цивилизация не дошла до понимания этого. Так вот, вот именно белые камни, вот такие прозрачные камни из полевого шпата, которые находятся вот здесь внутри, являются гармонизаторами абсолютно всех чакр в вашем теле. И поэтому эта стелька, например, можно дать одному члену семьи, вторую дать второму члену семьи. И вы можете, завернув это в платочек, превратить их в очки, превратить их в повязку на шею, превратить их в напульсник, превратить в пояс. Который, то есть это всего лишь находится в какой-то ткани, да, который, с помощью которой вы привязываете на колено, на любой сустав, в область живота. И обратите внимание, что эти белые шарики, они гармонизируют абсолютно все чакры. Именно этим отличаются белые драгоценные, полудрагоценные камни. Отличаются своей уникальностью и способностью гармонизировать все энергетические центры, которые начинают правильно работать и осуществлять нашу связь неба и земли. И поэтому здесь полевой шпат, который находится в виде этих микросфер, просто уникален. Именно благодаря этому получается, что мы гармонизируемся, и в нашей жизни мы начинаем, наконец, чувствовать себя абсолютно здоровыми, вот, очень медленно стареющими, я так сказала, взрослеющими, вот, и даже, можно сказать, кристаллизирующими определенный возраст. Вот сейчас, после 15 лет пользования этими кристаллами, которые находятся внутри, я ощутила именно это в своей жизни и должна сказать, что это совершенно реально. Только наберитесь терпения. Пожалуйста, не проявляйте, поймите, с ними вместе вы сможете жить столько, сколько захотите. При условии, если вы позитивны и если вы понимаете, как развивается жизнь. Так вот, вы сейчас больны, у вас очень приличный возраст, вы плохо себя чувствуете. С попаданием даже вот этих маленьких предметов, пользуясь ими правильно, то есть вы их как можно чаще носите, как можно дольше носите на своем теле, в любой части вашего тела, и они начинают взаимодействовать при позитивном отношении к этому. Поймите, вот такие кристаллы и вообще камни – это живые организмы, это не мертвые организмы. Они никогда вам не навредят, но сгармонизируют абсолютно точно ваше пространство. И не только ваше пространство вокруг, а самое главное – пространство внутри вас. И вы станете вот таким же совершенным кристаллом, который будет соединять небо и землю и гармонизировать все вокруг. Попробуйте, вы будете в необыкновенном восторге. У нас огромное количество отзывов. Все, кто попробовали Артрейд микросферы, эти удивительные. Вот сегодня у нас главный товар дня 999 рублей стельки. Начните с них. И вы почувствуете, как улучшается кровообращение, как вам приходит энергия, как вы наполняетесь жизненной энергией, как вы становитесь полны сил. Артрейд появился в пандемию и сразу же завоевал сердца наших покупателей. Вот посмотрите, две стельки. Но это необычные стельки. Вы же знаете, что на стопе
стопе находится огромное количество рефлекторных зон и нервных окончаний. Благодаря тому, что микросферы излучают ваш собственный инфракрасный свет, улучшается кровообращение, и вы чувствуете энергию во всем теле. Что же еще вы можете заказывать прямо сейчас, не теряя времени зря? 999 рублей. Сегодня настоящий праздник. Вы уже заказываете наши замечательные стирки до 43 размера. 999 рублей. Повязка на шею. Хочу сказать, если вы страдаете от остеохондроза, если у вас какие-то боли, закажите повязку на шею. А также мы предлагаем вам маску для сна. И у нас есть еще специальный напульсник, потому что садоводам-огородникам настоятельно рекомендуем для того, чтобы регулировать степень вашего труда, воздействия на организм, вкладыш, бюстгальтер. Также заказывайте все по цене 999 рублей. Посмотрите, мы предлагаем вам сегодня абсолютную новинку. Цена также 999 рублей. Я думаю, что это предложение обрушит наши телефонные линии, потому что сюда вы можете поставить бутылку с водой. Вы знаете, структурирование воды делает ее по-настоящему живой водой. Сюда вы можете положить овощи, можете положить фрукты для того, чтобы они дольше сохраняли свою свежесть. Сюда вы можете положить свое полотенце и использовать в качестве валика для сна. То есть будет поддерживать вашу шею. Микросферы работают всегда. Когда вы спите, когда вы трудитесь, когда вы смотрите шоппинг-шоу, непременно попробуйте. Если вы с нами впервые, пусть это будет ваша первая покупка. Помните, те, кто заказывают и оплачивают картой для вас, 5% дополнительная скидка. В Москве 8 часов утра. Мы приветствуем всех, кто сейчас с нами, кто проснулся пораньше, чтобы прилично сэкономить и подарить себе здоровье. Сейчас Оленька показывает чехол для мобильного телефона. Запатентованные технологии. Наука, понимаете, военная медицина, она всегда более прогрессивна, чем любая другая. Откуда же пришли микросферы, Светлана? Да, это действительно военные технологии, но узнала я об этом совершенно случайно и совершенно не от производителей, которые предоставляют эти изделия, а узнала от людей живых, которых встречала в жизни. Потому что, когда я начинала с энтузиазмом рассказывать о микросферах, я встретилась несколько раз с людьми, с одним военным, который в 70-е годы служил в армии. Он сказал, это меня нисколько не удивляет, потому что нам даже лекции читали. Он служил в спецвойсках в Африке. Их лечили микросферами, лечили раны. И он сказал, что простреленное насквозь колено зажил на третий день. В это невозможно было бы поверить, если бы я сама не пережила такой момент, как я случайно миксером отрезала себе палец, вот, и несколько кусков мяса просто были у меня в руках, вот, и отрезанная часть моего пальца. Я не пошла в поликлинику, я не начала ничего делать, я просто приложила все эти куски один на один, завязала салфеткой, через час они приросли, и через 3 дня у меня был совершенно здоровый палец. И поэтому я уже поверила этому мужчине, который рассказывал о простреленном колене.